Наступний у нас блок науковий – це порушення рефракції та акомодації, варіанти, норми та захворювання. Ну, це ціла школа. Сьогодні у нас три доповіді з школи з Одеси, з нашого рідного інституту Володимира Петровича Філатова, наукового інституту. Треба сказати, що одним із головних завжди інститутів в нашому Радянському Союзі, ще при радянській владі, був завжди інститут Філатова, передові технології, оперативного втручання і саме лабораторія бінокулярного зору, лабораторія БСПО, дослідження, скажімо, акомодації – це був інститут Філатова. І до 76-го року керувала цим відділом дитячим професор Бархаш, потім професор Васильєва. А після професора Васильєва, вже більше 30 років керує Надіжда Федорівна Боброва. Так от, при інституті є лабораторія бінокулярного розладу зору. І от Віра Сердюченка, вона якраз професор, яка займається цими проблемами. І ми зараз надамо слово їй, це доповідь акомодації як фактор адаптації до аномалії рефракції та методи її покращення. Тобто проблеми акомодації, вони вічні, тому що їх досліджували і в 60-х роках, і в 80-х роках. Є Санкт-Петербурзька школа, яка, скажімо, має свою думку, є школа Дніпропетровська, яка має свою думку, є школа Одеська, яка має свою думку. Так що ми зараз включаємо шановну Віру Сердюченко. Будь ласка, Віра Іванівна, зараз вам слово. Підключаємося. Добрий день, уважаемые коллеги. Из практики офтальмологии известно, что если пациент с аномалией рефракции, в частности с гиперметропией или с астигматизмом, показывает нормальную некоррегированную остроту зрения для дали и близи, если у него отмечается правильное положение глаз и бинокулярное зрение, отсутствуют астенопические жалобы и воспалительный процесс со стороны век и конъюнктивы, его можно считать полностью адаптированным к данной аномалии рефракции. Адаптация к сферической гиперметропии осуществляется равномерным усилением аккомодационной функции, что при хорошей фузионной способности позволяет достичь нормальной остроты зрения с сохранением правильного положения глаз и бинокулярного зрения. Адаптация к астигматизму осуществляется двумя механизмами – неравномерной аккомодацией в разных меридианах и постоянными флюктуациями оптических элементов глаза, благодаря чему с сетчаткой соединяются то передняя, то задняя фокальные линии. Нарушение адаптации к аномалиям рефракции может быть определено следующим образом. Монокулярная дезадаптация – исследованием некоррегированной остроты зрения для дали и близи. Бинокулярная дезадаптация – определением разницы между остротой зрения правого и левого глаза, контролем бинокулярного зрения, определением наличия астенопических жалоб и диагностикой хронического воспаления век и переднего сегмента глаза. Однако все эти методы не принимают во внимание измерение асимметричной меридиональной аккомодации, которая может играть как позитивную роль, компенсируя астигматизм, так и негативную, создавая видимость астигматизма, если в действительности его нет, или увеличивая его степень. О возможности неравномерной аккомодации еще в XIX веке указывали Нагель и Добровольский. Ее наличие определялось разницей между статической и динамической рефракцией. Однако этот метод базируется только на определении тонуса целлярной мышцы и не позволяет получить данные о состоянии аккомодационной способности. Известны различные показатели аккомодационной функции. Резервы аккомодации по Дашевскому, объем относительной аккомодации, объем абсолютной аккомодации, исследованный однократно методом проксиметрии или записанный при многократной нагрузке эргографии и другие методы. Большинство из них требуют значительной затраты времени либо сложной аппаратуры. Поэтому однократное определение объема абсолютной аккомодации методом проксиметрии, которую легко осуществить в амбулаторных условиях, приобретает большое практическое значение, особенно у детей. Большинство исследователей определяли этот показатель, начиная с 10-летнего возраста. При этом кривая ОАА резко идет вниз, то есть этот показатель уменьшается. Лишь единичные авторы приводили данные о величинах абсолютной аккомодации у детей, начиная с 5- или 7-летнего возраста, однако их данные противоречивы.
Объем абсолютной аккомодации – высокоинформативный и быстро выполнимый показатель, осуществляемый методом проксиметрии путем измерения ближайшей и дальнейшей точек ясного зрения, то есть пунктом проксимум и пунктом ремотум. Он вычисляется по формуле Дондерса – ОАА равно 100 деленное на P минус плюс-минус R, где P – положение ближайшей точки ясного зрения в сантиметрах, R – положение дальнейшей точки ясного зрения, что соответствует рефракции глаза. Исследование проводится с помощью проксиметра. Пациенту предъявляют тест-объект, например, кольцо Лендольта, букву, рисунок, величина которого соответствует остроте зрения для близи 0,7 при остроте зрения больного для дали 1. Если проксиметр отсутствует, можно воспользоваться обычной измерительной линейкой, которая одним концом упирается в наружный край орбиты пациента, это соответствует узловой точке глаза, а другой конец линейки держит врач, который трижды отодвигает тест-объект от пациента вдаль, до момента его узнавания, отмечает расстояние в сантиметрах и вычисляет среднее. После этого, зная рефракцию глаза, определяют по формуле ОАА. Особенностью данного метода является невозможность провести измерение абсолютной аккомодации в разных меридианах глаза. Нами предложено устройство, которое увеличивает точность определения объема абсолютной аккомодации и позволяет исследовать ее в разных меридианах. Устройство основано на принципе Шейнера, то есть на принципе провоцирования монокулярной диплопии при взгляде через два точечных отверстия, однако вместо них пациенту предлагается смотреть через решетку. Основные преимущества этого устройства следующие. Зрачок исследуемого глаза хорошо просматривается через решетку, что позволяет правильно ее центрировать. В случае смещения диафрагмы ее функция не исчезает, поскольку в любом случае две или три щели, вызывающие феномен монокулярной диплопии, проецируются на зрачок. Устройство вставляется в гнездо очковой оправы. Тест-объектом служит волосок диаметром 0,05-0,1 мм, установленный в диапозитивную рамку на белом фоне. Испытуемому предлагается отметить момент раздваивания волоска при его приближении и затем слияние двух волосков в один при его отдалении. Эту задачу легко выполняют дети. Исследование проводят трижды и вычисляют среднее. По формуле определяется ОАА. Обследовано 123 здоровых ребенка и 326 детей с аномалиями рефракции. Проведены все основные офтальмологические исследования и, кроме того, определение ближайшей точки ясного зрения. По усовершенствованной методике измерение БТЕЗ удалось провести детям, начиная с 3-летнего возраста. Были обследованы дети в возрасте от 3 до 15 лет. Модифицированная методика позволила нам впервые получить так называемое восходящее колено объема абсолютной аккомодации в дошкольном возрасте. Этот показатель увеличивается с 3 до 7 лет. После этого он начинает волнообразно снижаться. Здесь представлена кривая состояние объема абсолютной аккомодации у здоровых детей в указанном возрастном интервале. Как определяется адаптация к астигматизму? Вначале решетка устанавливается в одном из главных меридианов, например, 90 градусов. Определяется положение ближайшей точки в меридиане 180 градусов. Затем решетка устанавливается в другом главном меридиане 180 градусов. При этом определяется положение БТЕЗ в меридиане 90 градусов. И производятся те же измерения. Достигнутые величины в сантиметрах переводятся в диоптрийные величины. Затем определяется разница в диоптрийных значениях БТЕЗ в главных меридианах глаза. С помощью автокераторефрактометра определяется степень роговичного астигматизма в главных меридианах. Мы установили, что у 98% детей астигматизм был прямой. Затем разницу в диоптрийных значениях ближайшей точки ясного зрения в главных меридианах глаза сравнивали со степенью астигматизма, что позволило определить характер адаптации к нему. Установлено наличие симметричной и асимметричной аккомодации при прямом астигматизме. Симметричная аккомодация – это состояние, при котором разница в диоптрийных значениях БТЕЗ в главных меридианах глаза равна степени астигматизма. В этом случае аккомодация не влияет на степень астигматизма или отсутствует адаптация к нему. Асимметричная аккомодация 2А – состояние, при котором разница в диоптрийных значениях БТЕЗ в главных меридианах глаза меньше, чем степень астигматизма, что указывает на частичную адаптацию к нему. 2Б – состояние, при котором
разница в диоптрийных значениях БТЕЗ в главных меридианах глаза больше, чем степень астигматизма, что указывает на дезадаптацию к астигматизму. И, наконец, 2В, состояние, при котором диоптрийные значения ближайшей точки ясного зрения в главных меридианах глаза имеют одинаковые значения за счет неравномерного напряжения аккомодации, то есть полная адаптация к роговичному астигматизму. Здесь показана частота различных видов компенсации и декомпенсации астигматизма при различных видах астигматизма. Мы видим, что декомпенсация астигматизма встречается чаще всего, в более чем в половине процентов случаев при разных видах астигматизма. Мы, кроме того, провели исследование объема абсолютных аккомодаций в разных меридианах глаза через каждые 30 градусов. Здесь показана нормальная аккомодограмма ребенка с нормальной остротой зрения. Здесь мы видим, что как по положению, как при приближении ближайшей точки ясного зрения, так и при отдалении ее, она находится приблизительно на одинаковом расстоянии от глаза в разных меридианах, примерно от 8 до 12 сантиметров. Здесь показано положение ближайшей точки ясного зрения при гиперметропии высокой степени. И мы видим, что она значительно отдалена от глаза, ну, приблизительно равномерно во всех меридианах, и расстояние составляет приблизительно от 25 до 30 градусов, сантиметров. Здесь изображено положение ближайшей точки ясного зрения при смешанном астигматизме. Это причудливая форма кривая. Но мы видим, что наименьшее расстояние находится в вертикальном меридиане, наибольшее расстояние в горизонтальном меридиане. На данном слайде представлена некоррегированная острота зрения при частичной компенсации и декомпенсации гиперметропического астигматизма. Мы видим, что при декомпенсации красные столбики, острота зрения ниже в 1,5-2 раза, чем при частичной компенсации, это зеленые столбики. И такая же картина не только для дали, но и для близи. Приблизительно сходные данные мы получили и при частичной компенсации и декомпенсации смешанного астигматизма, как для дали, так и для близи. Таким образом, чем больше выражена дезадаптация к астигматизму, тем ниже некоррегированная острота зрения для дали и близи. С другой стороны, чем больше степень частичной адаптации, тем выше острота зрения. Таким образом, наши данные согласуются с предположением ранее упомянутых авторов о возможной у пациента с астигматизмом и регулярной аккомодации, которая может встречаться для самокоррекции аметропии и астигматизма. Однако нарушение регуляторной функции адаптационного аппарата глаз, неравномерный спазм аккомодации усиливает степень аметропии и астигматизма, что неблагоприятно влияет на разрешающую способность глаз. Лечение. При сферической гиперметропии хороший результат дают известные окулистам упражнения по методу Коваленко, предъявление сменных сферических линз. Но проводятся они с большим шагом, через 0,5 диоптрии, плюс-минус 0,5, плюс-минус 1, плюс-минус 1,5. Далее, при необходимости, силу сменных сферических линз можно увеличивать в зависимости от степени гиперметропии и переносимости процедуры. Целесообразно проводить их с помощью специальной линейки. Дополнительно можно проводить тренировки аккомодации по методу Аветисова-МАЦ, электростимуляции цилиарной мышцы, КЭМ-стимуляцию, магнитотерапию. Лечение нарушения аккомодации при гиперметропическом и смешанном астигматизме. Наши исследования меридиональной аккомодации с помощью модифицированного устройства явились основой для разработки нового метода лечения, сущность которого заключается в проведении тренировок аккомодационной способности с помощью сменных чередующихся положительных и отрицательных цилиндрических линз возрастающей силы, устанавливаемой осью таким образом, чтобы активная действующая сила цилиндрического стекла была направлена на меридиан с наиболее ослабленной аккомодацией. Что нужно знать практическому врачу при отсутствии решетчатой диафрагмы для исследования аккомодации? Необходимо помнить, что в 98% случаев астигматизм является прямым. При нем вертикальный или близкий к нему меридиан, как правило, обладает большей преломляющей силой, а горизонтальный меридиан обычно более слабый, и в большинстве случаев аккомодация страдает больше именно в этом меридиане. Поэтому сменные цилиндрические линзы для лечения нужно ставить осью в том меридиане, в котором стоит ось коррегирующего астигматизм стекла, чтобы действующая сила цилиндра
была направлена на ослабленный меридиан. При прямом астигматизме ось лечебного стекла будет 90 градусов, либо 100, 110 или 80-70. Сменные цилиндры возрастающей силы устанавливаются поочередно перед глазом ребенка, начиная от плюс-минус 0,5 с шагом 0,5 диоптрии, до максимально переносимых. Ребенок при этом должен стараться рассматривать самые мелкие буквы на таблице для проверки остроты зрения. Здесь представлена острота зрения для дали и близи до и после лечения по развитию резервов аккомодации у детей с гиперметропическим астигматизмом. Мы видим, что как у дошкольников, так и у школьников при исследовании для дали и близи в очках и без очков острота зрения после лечения существенно повысилась и достигла возрастной нормы не только в очках, но и практически без очков. Аналогичная картина отмечена и у детей со смешанным астигматизмом. В очках также достигнута возрастная норма остроты зрения. Без очков эти показатели на 0,2 ниже. Объем аккомодации в обеих группах существенно повысился, и к концу лечения уменьшилась разница в объеме аккомодации между двумя меридианами, что свидетельствует об улучшении адаптационной функции аккомодационного аппарата у детей. Полученные нами данные согласуются с сообщениями ряда авторов о том, что у некоррегированных аметропов наблюдается правильный астигматизм и задержка аккомодационного ответа в горизонтальном меридиане. Данные литературы свидетельствуют также о том, что разные части ресничной мышцы могут работать несинхронно, то есть не только независимо друг от друга, но и с различной интенсивностью, неравномерное в различных меридианах напряжение аккомодационной мышцы. Это объясняется сегментарным прикреплением передней порции волокон ресничного пояска к передней поверхности капсулы хрусталика. Это подтверждается приведенной здесь схемой, которая показывает, что сегментарное прикрепление передней порции волокон ресничного пояска к передней поверхности капсулы хрусталика обеспечивает механизм неравномерной аккомодации. Заключение. Предлагаемая методика лечения проста, доступна для использования у детей различных возрастных групп, начиная с 4-5 лет, не требует сложного оборудования и может применяться в детских глазных кабинетах, стационарах, глазных санаториях и даже в домашних условиях. Спасибо за внимание. Да, дякуємо, шановні Вірі Іванівні Сердюченко, за цікаву доповідь. Доповідь настільки була обґрунтована і доступна, що питань поки що в нас не виникло. Якщо виникнуть подальші запитання, вони будуть на чаті, і ми перейшлемо Вірі Іванівні. І знову-таки ви побачите свою відповідь на ваше запитання на сайті Асоціації дитячих офтальмологів України.